Меня зовут Надежда Михайловна. Я работаю вахтером в гимназии номер 75 имени Масленникова. К этой профессии я пришла после того, как вышла на пенсию. До этого я работала в течение 30 лет непрерывного стажа на предприятии ДОР-ОРС в ЛЖД. Я проработала в компьютерном отделе, поэтому мне несложно обращаться с компьютерной техникой, которая здесь находится, видеосистема. Гимназия, вахта. Работа вахтера. Это требует внимательности, бдительности. Каждое утро я прихожу и снимаю сигнализацию с определенных кабинетов. А так как все ключики находятся у вахтера, то все под контролем, и мышь не проскочит. Затем я открываю гардероб, потому что приходят очень рано дети, где-то в 7:30, может быть. Доброе утро! Доброе утро! Все, кто проходит, все здороваются. Все говорят «до свидания». Доброе утро! Доброе утро! Даже если как бы с утра не очень хорошее настроение, но когда говоришь много раз детям «здравствуйте», педагогам «здравствуйте», понимаете, оно улучшается. Практически визуально, да, мы знаем детей в лицо, и педагогов, и родителей, и бабушек, дедушек, которые приходят. Занятия в гимназии начинаются в 8:30. Я даю звонок на урок. С меня начинаются и заканчиваются занятия в гимназии. Я просыпаюсь рано для того, чтобы сделать добрым утро нашей страны.